Проводить самые важные праздники вместе с горожанами – это уже традиция Морса. К каждому событию в компании готовятся заранее, скрупулезно подбирая героев. На этот раз за настроение праздника отвечал вот этот милый мишка. Гигантский плюшевый медведь Барни раздавал позитив и искренние эмоции не только малышам, но и взрослым. Дети пищали от восторга, родители – от умиления. Мишка дарил объятия, танцевал и с удовольствием фотографировался со всеми желающими. В кадр попала и вот такая встреча с талисманом мозырских футболистов. Детям вручали воздушные шары, взрослым – рекламные листовки, в которых тоже был сюрприз – специальный QR-код, дающий право бесплатного пользования IPTV в течение месяца. Сюрприз ждал и самих сотрудников Морса. На главной сцене праздника компании вручили благодарность за особый вклад в благоустройство и озеленение города. Розовый оазис рядом с офисом Морса на Комсомольской стал любимым местом отдыха всех, кто ценит настоящую красоту. Цветник с каждым годом становится краше, отзываясь на вложенные труды тысячами раскрывшихся разноцветных бутонов. Делать город красивее, а жизнь его жителей ярче и удобнее – приоритет компании Морс. Еще один праздник завершился, а в Морсе уже продумывают идеи для следующего. Если у вас есть предложения, обязательно делитесь ими в комментариях или звоните по телефонам провайдера. Морс всегда на связи.